весы. Не надо. Но мне 5 лет. Я знаю. В прошлый раз двое ходят, просят, а пятеро по дворам шарятся. Ой, уже все набили. Великий. Это не такие, по другим нет, никто не работает. Великий. У нашей мамы у нас 10 детей. 10 детей. И однако никто не ходил, не просил. Вовремя как успели. Так, велосипед у тебя есть? Да. Быстро на велосипед туда. У тебя дома-то своего нету? Держи. Нет, это ему дать надо. Надо все заснуть. Алло. Ты никуда не отходите, по дворам, давай сюда. Отключай. Видишь, куда заехать? Ни раньше, ни позже. Это же как будто расчет какой был. Там еще кто есть или нет, надо узнать. У тебя двор, дом-то не закрытый, цыгане появились, по дому будут шариться. Иди. Иду. У вас все время открыто, иди, вот приехали. Угу. Накорми, напой, это хорошее дело. Видишь, где нашли дорожку сразу? Один просит, а пятеро по дворам в это время шарятся. У нас по-другому никогда не было, всегда. Заканчивалось то, что приезжает милиция. Откуда? Он сам не знает откуда. Откуда приехали-то? С той стороны, вот деда. Под линией я вперед не был, потом к линии вижу, линия появилась. Ну вы вот ну, езжайте. Прямо выехали. Да, да. Ну все, спасибо. По накатанной главной езжайте, вот по накатанной дороге. Там никуда сейчас остановитесь, там пошли хлеба вытащить, все. Выехали, спасибо. Он будет 100 лет шариться, вот так, но дня работать не будет. Так, ну отойди в стороночку, не мешайся. Ну, какой вредный. Ты еще говоришь, где Бога веришь, а сам еще делаешь. Хорошее дело. Ага. Грешный, бедный. А до трассы сколько километров? Давай, милый, давай! На весь табор хватит одеться! Так, держи. Дай бы нам хоть денежки, хоть кто-нибудь. Ишь, он помогает, хорошо. Спасибо. Еще лучше. Помидор, помидор. Они вон оттуда приехали, то есть они ехали вот так.